Привет всем! В данном примере мы будем подключать образы виртуальной машины VirtualBox к анонимным сетям Tor, VPN, SSH, либо SOX. Я имею две загруженных виртуальные машины, которые называются Windows 10.1 и Windows 10.2. Сейчас они подключены у нас к сети NAT, что первая, что вторая. И наша цель — подключить их к анонимному интернету из хоста через программу Double SSH Tunnel Manager. Программа Double SSH Tunnel Manager загружена. Для того, чтобы подключить к Тору, нам нужно стрелочку вот эту вот передвинуть на Tor Bridge плюс Onion, после чего адаптер Bridge SSH переходит в режим подключено. Хочу обратить внимание, когда вы устанавливаете образ виртуалки VirtualBox, либо модификацию какую-то, очень важно, чтобы этот образ устанавливал также еще и драйвер. Он называется VirtualBox NDIS 6 Bridget Network Driver. Некоторые модификации VirtualBox, я знаю, делают какие-то антидетекты, они не ставят этот драйвер. И, соответственно, такую виртуалку подключить нельзя без него. Обратите на это внимание. Итак, я подключил адаптер Bridge SSH. Теперь этот адаптер нам нужно подключить в виртуальных машинах, в наших образах. Переходим к двум образам виртуальной машины. И здесь нам нужно сеть NAT поменять на Bridget адаптер. Вот он, Tab адаптер версии 9 по Privat Tunnel. Он у нас здесь один показан. Нажимаем ОК. И также здесь проделать. Нажимаем ОК. После чего сеть у нас исчезла и появилась в наших образах. Проверим интернет. Просто обновим страницу. Как видно, виртуалка номер 2 мы в Торе. Виртуалка номер 1. Мы также в Торе. Теперь давайте подключим наши виртуальные машины к сети VPN, NordVPN. Для этого возвращаемся обратно, нажимаем Off. Ставим галочку напротив VPN. Эта галочка есть только если у вас загружен и подключен VPN. Ставим галочку. После чего у нас окно меняется. И здесь у нас выбор. Для того, чтобы трафик пошел на адаптер Bridge SSH, нам нужно передвинуть стрелочку на VPN Bridge. Все, трафик стал идти на адаптер Bridge SSH. Соответственно, подключен к нашим виртуальным машинам. Проверяем интернет. Как видно, мы в Лондоне. WebRTC у нас тоже Лондон. Другую виртуальную машину проверяем. Также Лондон. Все то же самое. Теперь мы подключим SSH туннель. Вот у меня список SSH. Здесь уже стоят настройки, но я... Подключиться надо. Но я для вас сначала уберу настройки и заново их поставлю. Выбираем DNS. Virtual Machine Bridge. Использовать Onion DNS and UDP DNS. Для меня это более подходящее. Ставим галочку напротив того SSH сервера, который мы хотим загрузить. Подключились, наш адаптер перешел в режим подключено, после чего заходим в виртуалки и смотрим, где мы находимся. Итак, видно, что мы во Франции, DNS у нас Франция, WebRTC у нас
То же самое, что и IP-адрес. Переходим в виртуалку номер 1. Также проверяем здесь местонахождение. Загружаю страницы Франции. Ну, в общем-то, все. Теперь давайте подключим SOX. Итак, выберем какой-нибудь побыстрее по пингу. Итак, мы подключили SOX. Он находится у нас на порту 17166. Переходим во вкладку с соксами. У нас уже стоит порт 17166. Нам нужно проверить наш сокс. И выставить настройки. Опять же, они у меня стоят. Я их удалю и заново поставлю. Подключимся. Итак, мы подключили к SOX 9.1.1. Теперь проверим интернет на наших виртуальных машинах. Итак, как видно, Соединенные Штаты Америки. WebRTC у нас нашего сокса, виртуалка номер 2. Также проверим местонахождение. Как видно, Америка. На этом все. Это был пример, как раздать анонимный интернет с хостовой машины на образы виртуальной машины VirtualBox. Всем спасибо, пока.